Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Dying Light и добро пожаловать в нашу 13-ю серию вроде, или 14-ю. 14-ю вроде. Ребят, что нам сейчас нужно? Нам нужно найти людей, которые смогут отвезти вас в сектор 0. Этим мы, в принципе, сейчас и займемся. Но перед тем, как что-то делать, я хочу сказать, что я играл без съемки. То есть я попроходил немного дополнительных миссий, еще чего-то. И сейчас, ребят, я покажу, что я сделал. Я уже кучу оружия потратил, как видите, это оружие уже сломано, то есть секира какая-то, и поэтому его нафиг можно выкинуть, потому что она уже сломанная. Как вы заметили, ребят, смотрите, что я нашел. Я нашел двухстволку, двуствольное ружье, для тех, кто не знает, где оно находится. Везде по этому миру раскиданные полицейские машины, грузовики, вот, например, вот так на дорогах где-то стоят. А вы подходите к ним сзади и открывайте их багажник. Вот туда можно пойти, там открытое окно, но все же. Открывайте их багажник. И все. Но там очень трудно открывается, там нужно взломать. И, в принципе, нужно, если честно, немного попариться, чтобы это все взломать. Но все же. Я немного так опыта себе набываю и набиваю еще пока рассказываю. Поэтому, ребята, вы можете найти там, ну или, в принципе, купить в магазине за 1015. Но я нашел бесплатно, можно и так сказать. Сейчас, ну, оружие-то мы нашли, и вот этот топорик, или как это можно назвать. Сейчас, давайте, знаете, сразу же сделаем, допустим, вот это оружие, потому что одно место у нас свободное. Давайте его сразу же улучшим. Ключ и сварщик добавляет средний огненный эффект вашим ударам. Пускай будет. Класс. И давайте... Ну что, мы начали, ребят, проходить миссию, сейчас я покажу, какие я умения изучил. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane. You're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Смотри, ребят, какие я умения изучил. Тут я ничего не изучил, потому что я хочу кошку потом изучить. Это такая фигня, например, мы стоим туда, потом вот туда. Нацеливаемся, притягиваемся, и нас она туда притягивает. Дальше. Что я еще изучил? Изучил... Знаток паркура. Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, карабкайтесь, набирайтесь ловкости, это круто. Побег. Если кусак вас хватит, вам будет проще вырваться. Это изучил и вот это изучил. Перепрыгайте врагов для использования, нажмите пробел. Ну, то есть мы можем их перепрыгнуть. И смотрите, что я еще изучил. Я изучил... вот. Мгновенно убивайте оглушенных врагов. Нажмите F, стоя перед оглушенным врагом, чтобы убить его. Это я изучил. Это изучил. Метание холодного оружия. То есть нам нужно два раза нажать на правую кнопку и потом просто кинуть оружие. Обращение с оружием. Это у нас уже вроде было. Силовая атака. Вот. Этот мощный удар наносит огромный урон. То есть больше, знаете, так... и потом убиваем. Ну, в смысле, очень сильно бьет. Вот это я еще изучил. Пинок. Прикончи лежащего врага, наступив ему на голову. Это прием поможет избавиться от зараженных, штурмующих вашу платформу. То есть, когда они лежат, мы можем их убить, как, ну, когда они лежат. Прочность 2. Ваше тело становится крепче и может выдержать еще больше урона. Это круто. И вот это, эксперт боя. Станьте экспертом боя, вы получите еще больше выносливости и доступ к набору добивания. Ребят, я действительно говорю, прям скилловой Эдисон какой-то. За одну серию изучил 8 или 9 умений. В принципе, это очень много, потому что я еще расскажу. Или я не говорил, то, что я вне серии проходил дополнительные миссии, убивал кучу зомби и все такое. Поэтому у меня много скиллпоинтов, которые я сейчас распределил. Инвентарь также мы изучили, точнее сделали новое оружие, вот простой клевец. И в принципе все, да? Тут у нас что, военный метательный нож, коктейль Молотова, взрывпакеты. Смотрите, ребят, сколько я себе еще взрывпакетов купил. Это я не сделал, это я купил. Аптечек у нас тоже нормально, сигареты это можно будет продать. Что у нас, алкоголь. Марля, металлические детали, 103 штук, ни хрена себе. 31 аптечка, винтовочные патроны, 98 отмычек, пистолетный патрон, оружейный патрон. В принципе, много всего. Давайте подождем, что они там разговаривают. Ну что там? Okay, we'll get you to the other side. Right when? Right now.
What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man. Thank you. Nah, man. Побежали, ребята. Ой. Побежали быстренько. Смотри, как мы быстро забираемся. Это круто, потому что... Я говорю, я много умений всяких изучил. Мы сейчас еще быстрее... Ну, быстрее вроде не бегаем. Хотя, может, даже и быстрее бегаем. Но зато быстрее передвигаемся, перекарабкиваемся, перелазим. И вот это все. И это очень радует, потому что... Мы намного быстрее... О, взрыватель, твою мать. Потому что мы намного быстрее вот это все делаем. А ну, давайте попробуем. Действительно, намного быстрее. Можно убегать вот этих... Да твою мать, заметили, а? Вот эти бесячие днем еще больше бесит, хотя нет, не больше. То есть ночью вообще. Мы же вроде взорвали их, вот это, как это называется, хрень, короче, где они живут, да, где они прячутся ночью. Но все же это же не подействовало, то есть... Это не подействовало, они и так ночью выходят. Так, мешочек, это все продадим, кофе продадим. Вот это как раз такие, знаете, ингредиенты, которые нужно продавать, 43 тысячи. И на фул мы сейчас купим винтовочные патроны. Оружейные патроны, аптечки. Так, купить все. Химикаты, клинок, марля, клинок, силовой. Да, в принципе, это все можно купить. У нас много денег, но тоже, знаете, не очень тратиться нужно. Пушку может тоже какую-то, секач. 144, 143. Кинжал 91, мачете, секач 166, 93. Ну, нужно смотреть, ребята, скорость вот этого обращения, потому что скорость тоже очень важна. Давайте вот это купим себе, нет свободной ячейки. Ну да ладно, побежали, ребята, дальше. 33 аптечки, в принципе, хватит на какое-то время, да? Это кто там? Это наверху, да? Спасем, попробуем, ребята, или как вы хотите. Так, ща попробуем что-то спасти. На тебе, зараза. Ща, ребята. Взрывной. Так. Ща, еще вот этого. Да ты чё, вообще охренел? Ща мы тебя запинаем. Восстанавливайся быстренько. Быстро! Опа! Ща, ребята. Ща! Ху! Всё, всех убили. Это вроде все, да? А зачем мы сюда шли? Ага. Спасли мы тебя, чувак. Так что вставай. Паладин, какое-то улучшение. Ладно, потопали, ребята, дальше. Я надеюсь, мы не убьемся. Не, потому что мы изучили новое умение, которое позволяет нам прыгать с больших высот. Тут ничего нет. В принципе, мы можем туда забежать, но тогда нас эти зомби достанут. Так, а нам вот вообще в этот туннель нужно. Ух, ни хрена себе. Нам вообще на другую сторону нужно, куда-то туда. Я даже не знаю, как нам туда добираться, если честно. Наверное, вот сюда куда-то. Действительно, мы намного быстрее бегаем, мы намного быстрее все делаем, потому что мы изучили новые умения, и это действительно очень круто. Побежали, ребята, быстренько туда, куда нам нужно. У вас есть неиспользованные очки навыков. Но вот та одна штука, которую я не использую. Так, вот тут мы, да, можем перепрыгнуть. Так. Фу, ну вот то, что мы очень быстро бегаем, это очень круто, это мне нравится. То есть намного быстрее мы будем преодолевать большие расстояния, и это очень круто. Так, ребят, ща я... Вот, нам, походу, в тот туннель. Да, побежали быстренько. Только туда еще добраться как-то нужно.
как нафиг? Нам, походу, вообще спускаться туда нужно. Как-то оббежать. Ну ладно, сейчас попробуем что-то. Круто, чуть не убился. Ну да ладно, потопали. Нам куда-то нужно забраться, хотя бы... Хотя бы вот сюда, но никак. Или вот туда тоже было бы круто. Ага. Ну сейчас что-то попробуем, ребята. Во. И сейчас... Ты что издеваешься? Я же... То есть я прыгнул, а сейчас он не схватился. Когда мы прыгаем, нахрен его знает какое расстояние, тогда он как-то схвачивается. Замечательно, нахрен. Ладно, сейчас другой способ попробуем. Вот сюда. Быстренько. Во, сейчас мы уже 100% заберемся. Фу, много тут, много. Нам бежать еще нужно, придется. Но... О! Люблю такие машины, когда много всего. Побежали, побежали, побежали мы. Туда, туда. Так, опа. Да почему туда? Я не хочу. Вот сюда. Твою мать, а. Смотрите. Ребята. Ребят, смотрите. Это что за хрень? Летающий зомби. Ребята, летающий зомби. Все, уже нет, уже упал, походу. Охренеть. О, вот эти вещи я люблю. Ща, это нужно открыть. Это скорая помощь, а в скорой помощи можно аптечку себе. Там сзади зомби. Аптечка. Если вы не знали, то тут есть аптечка. Нужно по ногам бить. Да твою мать, и так взорвется. Это когда он взрывается, это хреново, потому что на нас нападают бешеные зомби, как вы видите, уже там на карте бегут. Это очень хреново, я их не люблю. Да почему ты... Один раз запрыгивай, другой нет. Вот, сейчас ты нас хрен догонишь. Допрыгни, чувак, пожалуйста. Ху, опять чуть не упал, нахрен, что это было? И почему он падает вообще? Ну мы и так хрен туда запрыгнем. Ага, вот. Охренеть. Ребята, это очень быстро. Вот в этих машинах можно оружие найти полицейских. Оружие, патроны, новые вот эти топоры, мечи. То есть там много всего. Давайте даже я попробую открыть. То есть, но это очень трудно открывается. Настолько, что нужно до миллиметра это все просчитать. У нас много отмычек, да, но все же это можно запариться столько открывать. Потому что это реально очень долго. Смотрите, я еще даже... Я еще даже не выявил, где вот это участок. Да ну нафиг, короче, ребят. Сейчас. Опа. Сумасшедший там. Побежали в туннельчике. Замечательно. Темный туннельчик. Сейчас где-то взрывной вот тот нападет, да и жопа нам. Я надеюсь, нам сюда, да. Спуститься в канализацию. Ху, ребят, мы направляемся в сектор 0. Канализации. Я нашел Сенка. Поначалу он не хотел со мной разговаривать, но ладно. То есть нам еще туда добираться, да, нужно? Или мы уже тут? Мы уже тут, походу. Крейн? Yeah, that's me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you change your scenery. Что-то мне кажется, это какая-то ловушка. Ну, увидим. Что-то мне не нравятся вот эти пацаны, чуваки. Don't know. We don't always ask names.
Чувак, это ловушка. Сейчас спину нам стрельнет или нет? Может не сейчас, но... Ладно, потопали. Канализация. Сейчас нам через канализацию, да, нужно добираться в какой-то другой сектор. Был бы ты еще быстрее, было бы вообще круто. У нас есть какие-то только одно умение, да? Ладно, потопали. Вот, нам сюда, да, походу? Нам, походу, сюда. Так, тут что-то есть, нет? Если бы ты еще быстрее добирался, было бы вообще круто. Ну? Okay, from here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Класс. Куда нам? Я что-то вообще не понял. We need to do this one by one. And this man needs to go first. But he just got here. We've been here for куда? Hours. I don't think there is. Right here. Это ты мне? Мне туда нужно? А тут никак пройти. Нам, походу, хрен его знает, куда нам. Ну, раз он открывает, значит, нам сюда. Фу, поплыли, ребята. Замечательно. Сейчас будем бродить по канализациям. В Dead Island тоже есть такие миссии. Даже, в принципе, много таких миссий, да, где с одного города мы пробираемся в другой. Это тот же Dead Island, мне что-то так кажется. В смысле, смотрите, в Dead Island тоже есть такие миссии. То есть, как? А куда нам сейчас вообще? Куда нам нафиг? Не туда, не на вот эту трубу. То есть, ребят, в Dead Island тоже есть такие миссии. Знаете, когда мы находимся на одном городе, где мы начинали играть, да, то есть один город и все круто, мы там находимся. Вот сейчас нам куда? Я не догоняю, если честно. Хрен его знает. То есть еще раз скажу, ребят, в Dead Island есть такая фигня, например, где ты начинаешь играть, да, то есть ты играешь, а потом, когда ты уже изучил полностью первый город, тебя направляют в другой город. Но, как всегда, туда нельзя попасть, потому что там заваленные туннели и все такое, знаете. И чтобы туда попасть, нужно через канализацию туда пробираться. В принципе, тут то же самое, через канализацию пробираться. Только я не представляю, как нам вообще туда попасть. Хрен не узнает, ребят, ну ща я выкуплю. Ага, то есть смотрите, я отсюда перепрыгнул сюда. Так, замечательно. А сейчас куда? Твою мать, а. Вот, давайте еще раз попробуем. Да. О, во. А я сюда как-то даже сначала не мог запрыгнуть. Ага, вот, смотрите. А сейчас... Угу. А сейчас нам туда, да? Во, замечательно. Вы что, издеваетесь? Ты... А, нифига себе, я думал, даже не допрыгнем. Фу. Зомби в канализации, по сути дела, тоже должны быть, да? И не один, а хрен его знает сколько. Нам туда? А сейчас? Там мутанты могут быть. Замечательно, нахрен. Еще и в канализации нам мутантов не хватило. Не хватало, если честно. Фу. Потопали. Охренеть. Ну да, в принципе, есть мутанты. О, не зря я, наверное, вот это изучил. Крутая вещь. С двух ударов убили, ни хрена себе. Ща.
Да твою мать, дай мне минуту, а? Это тоже классное оружие. Так, ща, ребята, ну сначала давайте вот это уже, да, используем, чтобы оно уже поломалось. А потом новое какое-то. Ух, ну вот это реально классный удар. То есть, когда он уже лежит, мы его можем убить. Так. Так. Там что, бешеные? Не люблю бешеных. На тебе. Вроде всех убили, да? Быстренько пособирать. Так, а как нам, куда нам? Ага, может... Может, вот так? Потому что по огню мы вряд ли сможем пройти. Замечательно, еще вот этот громила. Класс, вообще класс. Но молотова мы туда вряд ли сможем кинуть. Хотя сможем. Потому что там же огонь, да? Сейчас мы тогда тебя так. Не зря, наверное. Ни хрена себе, это что было? Не зря, наверное, вот это ружье, да, нашел? Но оно не такое уж сильное, если честно, но все же. То есть даже толком не убивает, но... Хотя нормально. Во! Просто в голову нужно целиться. Вот, замечательно. Сейчас... Ага, я понял. Открывай. Вот, открылись. Ворота, двери, что это? Так, потопали дальше, ребята. Ух ты, напугал, а? Кто-то есть еще? А это кто такие? Это походу бешеные. Не хочу бешеных. Так, замечательно. Сюда мы пробрались, да? Сейчас. Там бешеные, я реально не хочу бешеных. Ух ты! Ну его вот так нужно убивать, да и все. То есть это плювальщик, у него вот этот яд отравляет сильно и, в принципе, много жрет жизни. Ядовитая железа. Так, сейчас нам куда вообще? Тут паркур, то есть это все на паркуре обустроено, поэтому... Ага, ну понятно. То есть еще нужно дальше туда... Ай! Ага, понятно. Понятно. Сейчас. Ху, ребята, через канализацию, наверное, эта серия так и будет называться, в принципе, в канализации. Кто это там? Ага. Потому что, в принципе, тут только канализация, мы больше ничего не делаем. Ну, в смысле, мы пробираемся, да, через них. Ху, чуть не упал. Если бы упал, это все заново бы нужно было топать. Марля нам нужна. Так. Ну там я не хочу много времени тратить, если честно, на вот это все. Поэтому... Твою мать. И так придется. Или мы сможем тут пробраться. Да ну нахрен. Да как? Вот знаете, иногда вот это... Иногда вот этот паркур просто... Вот. Ну, то есть тебе нужно прыгнуть, потом еще и в воздухе один раз нажать, чтобы он ухватился, что ли. Что-то в этом роде, и это, в принципе, иногда бесит, потому что ты и так нажимаешь, но он как-то не ухватывается. Так.
почему туда? Я не хочу туда. Так. Фу. Жестянка. Но нам и так сюда. Ух, нифига себе. Извини, это вопрос выживания. Чего? Ну как я и сказал, они походу нас предали. Ну было такое ощущение, да? Сразу когда вот сюда зашел, было такое ощущение, что они тупо тебя предадут. Походу так оно и было. То есть уже и не мутанты, уже походу и люди Раиса за нами будут париться. Вот смотрите, смотрите. Они у нас стреляют. А как? Куда нам? Нам походу вот туда, да? Не убивайте, я прошу, не убивайте. Я хорошенький. То есть, ну ладно, не хорошенький, я вообще убью, если выберусь отсюда. Но все же. Заразы, а? Вот, нам сюда. Жопа вам. Отразите нападение из засады. Вот предатели жопошники, а? Ну ладно, ладно. Раз вы хотели вот это сделать, тогда... Идите сюда, паскуды. Продажные твари, а? Сейчас мы вас и так захреначим. Просто нужно... Нужно целиться получше, чтобы много патронов не тратить. Этого убили. Этого тоже убили. Ай! Давайте все-таки лучше лечилку на всякий случай. Вроде все, да? Хотя как все? Так, ладно, потопали. Куда нам? Куда нам идти? О, вот сюда, походу, да? Тут еще кто-то будет? Сейчас посмотрим, ребята. Мы что, вернулись нахрен? Ребята, мы вернулись. Так сюда же сразу можно было зайти, мы бы тут вылезли. Они нас кругами водили. Бред какой-то нахрен. Ну я и так чуть не догоняю, куда нам нужно идти. Если мы туда вернулись, и там сразу начало. То куда нам идти? Найдите путь в сектор 0. Мы вернулись тупо на начало, вот сюда. Вы чё, тварюги, издеваетесь нахрен? Это начало или мне просто кажется? А, вот нам сюда, походу. Все, мы в секторе 0? Сейчас мы посмотрим, ребята. Так, тут есть что-то? Есть. Ху, пара сундучков. Ящиков, точнее. Да, вот еще. Так. Еще. Даже открывать их не нужно, они такие. Ну, ничего там ценного нету, но все же. А вот этот вроде... Новые ящики? Это, походу, ящики сектора 0. То есть какие-то новые, знаете? Сейчас посмотрим. Так, ну больше вроде ничего нету, поэтому потопали. Фу. Три хедшота. Три пульки, три хедшота. Я надеюсь, больше никого не будет. Так. Даже голову подрывали нахрен.
Tell everyone to stay away from the Saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it. Will do. Keep your fingers crossed for me. Покинуть здание. Вот мы, ребята, и выбрались, наверное. Старый город. Да, это какой-то новый город. Вот мы и выбрались в Сектор 0. Через засаду в катакомбах, ну, в этих канализациях. Но все же мы выбрались как-то. Вот смотрите, ребят, какой-то новый город. Вот уже место для паркура, вот тут. Я там сразу сундук вижу слева, ящик. Okay, here goes nothing. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade, it's Crane. Can you hear me? Ага. Damn it. All right. It's time for some local talent. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane? It's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here? In the Zero? Fantastic! Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding Вижу. Around them? Вот, перед нами сразу. Head that way, and we'll be waiting. Вот сюда, да? Осмотр достопримечательностей. Новая ачивка. Camden, do you copy? Crane here. Camden, can you hear me? Crane? Yes, yes, I hear you. What's going on? I'm in Sector Zero. Is Jade with you? No, she hasn't been able to reach me yet. And even if she does manage to get here, it won't be easy getting in. I had to barricade myself inside because of Rise and his thugs. You okay? Trapped inside my lab, but safe. You coming my way? Not yet, Doctor. First I have to find Jade and recover Zero's research. Okay, I'll sit tight then. Not like there's anywhere for me to go. Be careful out there, Crane. О, короче, ребята, новые места для лута, как я понял. То есть мы в новом городе, да? Ага, ну давайте еще вот это откроем и, наверное, на этом заканчиваем. Это что, истребители там нахрен? Так. Попросите Трой помочь, ну ладно. Так, сейчас, ребята, есть у нас еще какие-то навыки? Нет, больше нету. Но зато на 12-м мы, наверное, сможем кошку изучить. Но сейчас еще не можем. Ребят, на этом мы заканчиваем. Я надеюсь, вам нравится прохождение. То есть мы уже попали в Сектор 0. Сейчас мы в каком-то новом городе. И, в принципе, сейчас у нас новые задания. То есть я не знаю, долго ли нам еще осталось проходить эту игру или нет. Но, мне кажется, уже нет. Даже чуть меньше, чем мы уже прошли до сих пор, мне так кажется. Не хреновый ножик. Ху, ну вот и новый город, ребята. Ух. Так, замечательно. Сколько там к ночи осталось? А это 7 часов утра, то есть ночи еще не скоро, я так понял. Ой, допрыгни, пожалуйста, класс. Но все же, ребят, давайте уже на этом заканчивать. Продолжим, наверное, ай, в следующей серии. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.